Скоро уже как неделя будет. Погода стоит хорошая прям. Греет солнышко. Не сильно кочегарит, конечно. Но все равно борода чешется, гадина. К зиме готовлюсь. Оперился да весь оперился. Продолжение следует. Перешел я на другое место маленечко. На старое место. Вспомнил, что там уголок я достать не мог. Пришлю его, этот уголочек. И походу здесь уже вот такую вот... Вот плюшечку уже выкопал. Она килограмма 3 точно, не меньше. И вот он уголочек у меня. Я уже почти достал. Ну, почти не считается, но он уже шевелится. Сейчас сюда зашел. Здесь птички чирикали, прям по-черному. Хотел достать телефон, полез за ним. Все, они сбежали куда-то. Ну, ладно. Буду заниматься своими делами. Будет что интересное, покажу. Вот что выкопал. Вот такой гриб видели? Или это не гриб? Или что это такое? Гриб. Он что, в спячку ударился? Фу. Вот такой грибочек. Мне попался. Ладно, пойду дальше рыть. Ну вот, ребята, демократы, уголок я победил. Вот такой он. 2.5 метра. Ну, падла загнутый весь. Сидел он у меня. Вот той ямки. Но у меня раскопки продолжаются. Я опять себе вот отмерил. 2 на 2 и до нефти. Вот здесь 2 на 2 нету. Чуть поменьше. Мы будем сейчас смотреть, что там есть внутри. Уже собрался уходить. После уголка. Там еще подкопал маленько. Нифига не вырыл. Ну-ка я еще раз проверю. Там, где уголок был рядышком. Проверил на свою шею. Сейчас. Вот, прям под корень. Вот это что такое здесь? Там еще что-то внизу. Вот. Ну это похоже, что уголок. А вот это что такое? Тут толсто. Прям миллиметров 10, не меньше. Ну 10, не 10, ну 8 точно есть. Такое ощущение, что это рельса. Ну, сейчас буду смотреть. Ну вот, вытащил то, что мне хотелось быть, что это рельса, это не рельса. Это просто тупо пластина такая. 8 миллиметров. И уголок вот этот. Там еще торчит уголок. Вон он. Будем добывать как-нибудь. А как? Копай и все.
Бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай. Че, пробуем добывать. Не хочет. Или хочет. Так вот. Не хочет. Надо копать. Надо подкопать еще. Вот тут гравий и сигнальчик по гравию хороший прям. Ну вот такая пластина здесь оказалась. Каска немецкая. Пойдем дальше. Тюх, улетела. Вон уже сколько накопал. Там несколько уголков. 4 уголка, 5 коротких, 1 длинный. И так по мелочам. Ну, 20 кг уже там есть. Ну вот, братцы кролики, закончилась моя эпопея на сегодняшний день. Итого уголки какие-то. О, укатился у меня клинышек. Два клина сегодня у меня хороших он добыл. О, какой вообще ядреный. Здесь всякая бяга. Вот плюшка хорошая. Вот это вот чугуняка. О, какая. Ну и там он немножко. Килограмм, думаю, 50 есть точно. Пойду за тачкой. Ну вот, продолжаю. Тут у меня вылезает накладочка. Тут уголок. Не хочет вылазить. О. Вот такой уголок. Вот такая красотуля. Ух, это вообще корова. Фух. Это 15-килограммовая, которая. А может быть больше. Они есть толстая вообще. Вот это толстая. А есть еще толще, говорят. Фух. Ну куда еще толще-то? Ладно. Будем землю месить. Ну вот смотрите, господа, товарищи, братья и сестры, друзья. Что я отрыл? Это цепочка. Не золотая, но цепочка. Теперь что? Я думаю, к этой цепочке должен быть соответствующий брелок. Его надо искать. Ну и замок, естественно. Ищем. Ну вот, братцы кролики. Отстрелялся я на сегодняшний день. Нагрузил вот эту тачку. Тут килограмм 120, наверное. Я так думаю. Ну, сотня точно есть. День был продуктивный. Хороший. Идем сдаваться. Фух. До новых встреч.